председатель Государственного комитета. Сан Прочес. Я. Прими. И верно служит. Отлично. Рядовой Курмин. Стрелял. По благословению Владыки, 65-летию освобождения Республики Беларусь, в этом году Белорусская Православная Церковь и органы пограничной службы решили провести акцию. То есть крестный ход вокруг всей нашей Беларуси, по ее границам, с крестом преподобной Фросине Полоцкой. И вот он сейчас половину круга сделал по Беларуси и приехал в Минск, я имею в виду крест, на именно вручение лейтенантских погон. Конечно, это впервые. Конечно, место выбрано не случайно. Наш бриллиант, да, это неотъемлемый атрибут уже не только Минской Республики и Беларуси, наша библиотека. И самое главное, чтобы те курсанты, которые уже были, уже это 121 лейтенант, уходят защищать наши рубежи, на всю жизнь запомнили этот день. Наше воинство именуется христолюбивым воинством испокон веков. И вот этот день выпуска наших молодых офицеров, он является иллюстрацией того, что наши воины верны древней традиции и сердечно разделяют праздники церкви и праздники Отечества, и таким образом христолюбивые наименования они оправдывают и в наше время. Я простой пример. Развал Советского Союза, отсутствие любой идеологии, видели, к чему привело. И когда действительно надо, чтобы стало очень плохо, чтобы люди поняли, что такое хорошо. И то, что действительно люди начали обращаться к православной церкви, к вере своей, к вере своих предков. Близкие друзья, но первые поздравления.